23 000. Это уже проданная Honda. Двадцать одна тысяча. Фиат. Двенадцать. Клима. 12 000, 12, 12, 12. Все по 12 000. Тысяч. Ну, почти 13 пусть. И главное, всех цена одна и та же. Нет, это 14 000, 15 000. Форд 18 999. Кода. Школа 15 000. Это тоже школа. Шкода 24. Ничего себе машинка. Угу. Шкода. Ну что, нормально? 6 переключателей. А это Форд. Форд. 27 000 Форд. Но походу они все новые. 27. Капец. Ну-ка я сзаду. Навигацион там все есть. Интересно, переключатель. Это автоматика, наверное. Угу. Нет вот этого рычажка. Да, у всех, вон, видишь, переключатель, автоматика у них, у всех, у Фордов. Вот это высокая. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. 27. Почти 28 000. А тут нормальный рычаг. А что такое на руле у него? Какая-то железка. Да? Куга. Форд Куга. О! Вот это тоже симпатичное. И цвет.
красивый. Насколько она стоит? $27. Это Honda, да? Она сколько стоит? Дорогие, да? Это не дорогие, 21 тысяча. Какая? Ну, вот эти. 21 тысяча, а... Вот, вот. Корейская. Короче, они не хорошие корейские. Мой, но... Навигационный все есть. Марина, сейчас все навигационные. Бензин. А руль какой-то интересный, да? Вот это посередке для чего? Где? Вот это такая штука. Держаться, что ли? Да. Крыша черная, наверное. X. Grand Line. Это хорошая машинка. Вот я ее и смотрела. Навигацион все там, да? Ну, Марин, сейчас все с навигацион. Нет машины. Да? Это уже серия.